Выбросила малышку в окно. Тельце младенца во дворе увидели соседи. Дом, кстати, расположен по улице Достоевского, того, который описывал жизнь непарадного Петербурга XIX века. Уже в 21 веке, в минувшее воскресенье, барышня 20 лет родила ребенка. Малыш, как рассказывала следователям, был мертв. Она в ходе допроса дала показания о том, что около года назад родила мальчика, после чего отказалась от родительских прав, и ребенок помещен в дом малютки. Утром 20 ноября она родила ребенка без признаков жизни, после чего, находясь в шоковом состоянии, выбросила младенца во двор. Уголовное дело возбудили по статье 106 «Убийство матерью». Подозреваемая сейчас в больнице. Как нам стало известно, судебные медики установили, что ребенок родился живым. Мать воспитывалась в детском доме, жила в 10-комнатной коммунальной квартире с подругой, не работала. Образ жизни соседям не нравился. Скандальное, нешумное. Ну, то, что... Ну, видно, что вот под наркотиками человек видно. У нас вообще полрайона таких. Но я знаю только то, что она из детского дома, воспитывалась в детском доме. Но, по-видимому, это, может, и отразилось. Девчонка-то вроде хорошая, добрая.